когда я был такой маленький, как ты. А самое главное, Вера, что в нашем центре все вместе, и дети, и родители, и педагоги, вот именно поэтому у них получается совершать настоящие творческие чудеса. Что, правда? И ваши желания тут же исполнились? У меня никогда не получалось. Конечно же, правда. Потому что для того, чтобы исполнилось самое заветное желание, надо верить всем сердцем. И, конечно же, чтобы с неба падала звезда. Ух ты! А я не верила, что такое может произойти. Но на сегодня, Беата, хватит болтать, тебе пора ложиться спать. Опять спать! Опять спать, потому что маленькие дети должны быть послушными и вовремя ложиться спать. Ну, пожалуйста, дайте чуть-чуть. Беата, пора спать. Все вы взрослые слишком серьезные. Как это вы сами не помните, как были маленькими? И не помните, как не хочется делать все по правилам. Ну, я тебе сказал, что когда я вернусь, ты должна уже будешь спать. Эти взрослые! Новый год сплотит нас.
Thank you.
Thank you.
творческих коллективов играет свою роль, создавая настоящую творческую новогоднюю сказку. Пойдем скорее! Thank you.
Дождь, голубь, голубь,
искусство — это особый мир, в котором все волшебно. Без творчества все было бы иначе. Ну, конечно. Мы бы никогда не увидели столько талантливых и красивых людей на нашей сцене. Thank you.
Thank you.
А тем временем с неба снова падала звезда.
Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем нашим волшебникам, которые сегодня нам подарили настоящее чудо. Это наши дети, это наши родители, это наши педагоги. Ваши аплодисменты! Дорогие друзья, с Новым годом вас, с Рождеством! Сегодня у нас старый Новый год, праздник, и мы сегодня вместе. Пусть каждый день в 2016 году будет с таким же праздничным и с таким же настроением. Мы благодарны всем нашим гостям, представителям МОСО, представителям Министерства образования Республики Беларусь и, конечно же, нашим друзьям. А сегодня с вами были Семен Кравченко, Диана Камирова и Саша Мёрдин.